Свинохвостый макака Джон – старейшая обезьяна Самарского зоопарка. Ему уже 31. В зоопарк он попал случайно. Жил в семье, но не сошлись характерами. В юности Джон был экспрессивной натурой. Воровал и ломал очки у публики, много шумел и возмущался. А сегодня он вместе с другими питомцами отмечает День обезьян. И становится спокойным, начинает созидать уже. Даже соседи, наоборот, стараются успокоить, потому что сосед у него, Бруно, достаточно вспыльчивый. И когда Бруно начинает скандалить, он пытается его успокоить. День обезьян в зоопарке отмечают уже несколько лет. Обезьянам, а здесь их 7 видов, в этот день положены лакомства и общение. Сегодня к ним приехали воспитанники одной из самарских школ. Одно дело смотреть на картинки или по телевизору, а другое дело вот увидеть вот так вот вживую. И я вот сейчас смотрю, у них, в общем-то, такие прям заинтересованные взгляды. Я понимаю, что им здесь нравится. Благодаря обезьянам человек, в общем-то, совершил прорыв и в медицине, и в космос летал. Это для человека в целом даже очень важное животное. Праздник пришелся приматам по душе. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События.